Обновленное Тульское Суворовское училище будет готовить не просто офицеров, но и высококлассных специалистов военной науки. Растить военно-научную элиту всей современной России. Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин. Тульское Суворовское военное училище было основано 7 июля 1944 года. В свое время его окончили генерал-полковник Юрий Гусев, замминистра электронной промышленности СССР Эдуард Иванов, многие другие выдающиеся военачальники, государственные мужи и ученые. Тульские суворовцы маршировали на Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. В 1960 году училище было расформировано. Предложение возродить Суворовское училище в Туле стало одной из первых инициатив Алексея Дюмина и сразу нашло поддержку у жителей области. Ключевым партнером проекта выступила Минобороны России. Возрождение училища поддержал президент России Владимир Путин. В апреле началась подготовка к строительству на выбранной площадке, а уже 6 мая Алексей Дюмин и Сергей Шойгу заложили первый камень в основании будущего здания. Темп строительства по-военному высокий. Первые курсанты будут приняты уже в сентябре. Мы горды, что Тульское Суворовское училище возрождается в Тульской области. Мы будем теперь не только кузницей нашего оружия, но кузницей кадров высшего офицерского состава, будущего высшего офицерского состава для нашей армии.